Где моя синяя изолента? В контроллере Z5R Vigant при подключении Vigant-считывателя не получается организовать длительное поднесение карты, как это по протоколу DALAS. И производитель пошел на некоторую хитрость. Давайте ее посмотрим. Несмотря на то, что протокол Vigant не передает длительности поднесения, производитель не отказался от длинных касаний. Это мастер-карта. Как же нужно делать? Контроллер через одну секунду начнет пищать, и мы в эту секунду поднесем карту. Тем самым мы эмулируем длительное поднесение карты и переходим в режим добавления карт. Давайте посмотрим, как это будет происходить. Нам нужно длинное касание. То есть поднесли. И теперь мы подносим ключ. Теперь это занесено в ключ. То есть получается, для того, чтобы нам сделать длинное касание мастер-карты, ну если по аналогии с DALAS-ом, то нам нужно поднести второй раз карту именно в вот это приглашение, которое 2 секунды. Через секунду начинает пищать. И вот если мы второй раз поднесем карту именно в этот промежуток времени, то у нас контроллер вполне... То у нас контроллер будет считать это длинное поднесение. Для того, чтобы нам сделать 4 коротких поднесения, нужно поднести... Поднести еще раз... В остальном этот контроллер не сильно отличается от обычного Z5R, но на контроллере стоит реле и сухие контакты. Значит, мы с помощью этого контроллера можем использовать BUS, блок управления замком. Это хорошо. Также этот контроллер лучше будет коммутировать длительную большую нагрузку. Обычный Z5R при токах, близким к максимальным, мог перегреваться. В остальном каких-то хитростей по настройки этого контроллера, в общем-то, нет. Приобрести этот замечательный контроллер можно в нашем интернет-магазине. Но это не единственный контроллер в нашем ассортименте с более интересными вариантами. Обращайтесь. Ссылки будут в описании. А еще в комментариях мне интересно услышать ваше мнение по поводу этого контроллера. Спасибо. До свидания.